Все гениальное просто. Это про наш десерт мороженое с ромом. Друзья, это так вкусно, что я не могу передать вам словами. Рецепт этого десерта подсказал мне мой муж-англичанин и сразу же прозвал его русским мороженым, так как в базовом рецепте использовалась водка. Я чуть поэкспериментировала с ингредиентами и остановилась на рецепте, который показываю сегодня вам. Красивые плоские фуджеры выкладываем кусочки печенья. Подойдут овсяные или шоколадные печенья плотной структуры. Далее выкладываем шарики мороженого. У меня ванильное. Теперь поливаем мороженое 15 граммами рома или коньяка. Посыпаем его стружкой шоколада. И, наконец, украсьте свое мороженое ягодами. Это все. Наше гениально простое и обалденно вкусное мороженое готово. Сочетание сладкого вкусного пломбира с пропитанными ромом кусочками печенья, горьким шоколадом и свежими ягодами – это что-то непередаваемо вкусное. Попробуйте это сами и помните, 15 грамм рома в десерте – это деликатес. А больше – это уже вечеринка. Ставьте лайки.